Вода – основа жизни на Земле. Океаны и моря до сих пор очень мало изучены. И мы не знаем, что творится там, на глубине, которую никогда не освещает солнечный свет. 29 сентября – Всемирный день моря. И мы предлагаем погрузиться в тайны неизведанных вод. Океаны и моря существовали на планете за 3 миллиарда лет до появления на ней жизни. Для сравнения, человек появился не так давно – 400 миллионов лет назад. Наша планета не всегда была такой, как мы ее привыкли видеть. 5 миллионов лет назад на месте Средиземного моря когда-то была суша. Но в один момент уровень Атлантического океана поднялся и перелился через Гибралтарский пролив. Хлынувший объем воды был в 1000 раз больше, чем содержится в бассейне Амазонки, заполнив Средиземное море уже за 2 года. Каждое море скрывает за собой тайны и характерные особенности. К примеру, в Черном море на глубинах свыше 200 метров полностью отсутствует жизнь. Дело в том, что его глубинные слои насыщены сероводородом, и обитание при таких условиях невозможно. А вот, например, Мертвое море считают самым соленым. Но хочу вас удивить, на самом деле это всеобщее заблуждение. Первое место в этой номинации занимает Красное море. В одном литре его воды содержится 41 грамм солей. В нем полностью отсутствует береговой сток. Как следствие, нет грязи и суши, а есть кристальная прозрачность воды. Мертвое море не в счет только потому, что по науке его правильнее называть озером. Ведь выхода у него нет. Часто у людей возникает страх перед морем и глубиною. А что же находится под водой могучих морей? Вода – активный поглотитель света. На глубину 10 сантиметров проникает 80% световых лучей, падающих на поверхность. Под слоем воды в 100 метров распространяется мизерное количество света, а ниже – царство вечной темноты. Согласитесь, даже звучит страшно. В 2000 году французский археолог случайно наткнулся на руины и обнаружил, что это целый затонувший город, ушедший под воду 12 веков назад. Греки этот город называли Гераклион, а Геродот, рассказывавший об Атлантиде, упоминал Гераклион как один из величественнейших городов своего времени. Долгое время история про него считалась легендой. Причины, по которым полис оказался под водой, на настоящий момент ученым неизвестны. Ответ на этот и многие другие вопросы им предстоит дать в будущем. Думаем, что наша короткая подборка интересных фактов послужит для вас отличным поводом узнать побольше о таких близких и таких таинственных морях и океанах.